гексагон, что означает в переводе с римского девятиугольник. И, собственно говоря, это название нашего третьего альбома, который у нас можно приобрести. Второй альбом тоже можно приобрести, и даже первый можно приобрести. Da-da-da!
Thank you.
Зато по-русски. Thank you.
Thank you.
теперь можно пробовать. Спасибо большое, Сергей Блашов, Карапанин. Олег Марьянин, Гердонцев. Меня зовут Марина Собянина, спасибо. Сейчас мы сыграем нашу последнюю композицию. Спасибо большое, что вы пришли. Времени уже пора. Спасибо. Еще раз. Yeah.
Олег Наряхин.